Всем привет, продолжаем путешествовать по Стокгольму. Люблю этот город. Вот нашел здесь такую скульптуру. Стоит женщина с блестящим животом около Королевского драматического театра Швеции. Это скульптура дань памяти актрисе Маргарет Кроу. Достаточно известная актриса, снималась во многих фильмах. Я посмотрел фильмографию, ну, действительно, фильмов 15, наверное, она снимала. Еще и пела, всему прочему. Вот, родилась она в 1925 году и умерла в возрасте 75 лет в 2001 году. Автор Мария Луиза Экман. Памятник выполнен из бронзы. Там, где прикладывают руку туристы, отшлифованная бронза. Блестящая. Как правило, это грудь и живот актрисы. Именно на этом месте она выходила для того, чтобы покурить сигаретку. И вот памятник, наверное, олицетворяет тепло ушедшей актрисы, любимой актрисы Стокгольма. Она, кстати, получила премию Юджина в 1978 году, а в 1975 году получила премию за лучшую женскую роль в фильме «Освободите заключенных до весны». Вот, все. Очень симпатичная скульптура. А особенность этой скульптуры заключается в том, что она всегда нагрета до температуры человеческого тела 36-37 градусов. Поэтому зимой можно прислонить руку и будет тепло. Вообще такая теплая актриса. Ну вот и все, собственно говоря. Все, пока. Всем привет, до свидания.